Для ждения листовидки. Ни разу, честно говоря, не видела. Других палочников видела, листовидку еще нет. Интересно понаблюдать. Не знаю, конечно, видно, нет, но ближе будет качество, к сожалению, плохое. Вот только на таком. Попробую, конечно. Да, конечно, появляются листовидки, это круто, блин. Ели бы они еще все, как все. Ну, давай, давай, еще чуть-чуть осталось. Интересно, конечно, наблюдать за палочниками. Вообще здорово, конечно. Как рождаются, как растут, как развиваются. Блин, вообще, конечно, как линяют, вообще отдельная история. Здорово, конечно. Ну вот, практически процесс завершен. Остался прям последний, я думаю, штрих. И вот она, мадемуазель листовидка. Круто. Рождаются прям такими черными-черными, как сажа. А буквально через 2 дня уже коричневеют, зеленеют. Я думаю, новичкам особенности будет интересно посмотреть. Ну, ты сама себя иногда как новичок чувствую. Каждый раз радуюсь, как ребенок. Ну, что-то затянулось, что-то никак. Прям так помочь хочется. Ну нет. Кстати, никогда не помогайте, иначе эта лапка не будет развита, если она вышла не сама. Я так пару раз помогала, в итоге эти лапки у них не были дееспособны. Так, ну у меня время заканчивается, к сожалению, вот. На этом останавливаемся. Видишь, она помогает сама себе. Надеюсь, вам видно. Что-то вот у нее не сдалось.